Я хочу, чтобы Амин сказал мне, вот у нас часто так теперь бывает, да, что специализация врача расширяется еще и до рамок и пластической мамолог, хирургии. И мамолог, такой, и онколог, и пластический все хирург. В одной... Специальность пластическая хирургия пришла в нашу страну совсем недавно. И откуда тогда их столько много? Дело в том, что получение сертификата и получение диплома, оно стало облегченным. Достаточно заплатить деньги за клиническую ординатуру, либо за переподготовку, ты получаешь этот диплом. И даже проктологи ринулись в эту специальность. Почему? Только честно. Пластическая хирургия, как будто все так красиво, еще можно заработать большие деньги. Значит, те врачи, которым мы верим, попробуют вам помочь. Ирину Внукову, как я понимаю, будет смотреть и пытаться помочь Амина Кибишеву. Конечно, такие объемные операции, как фейслифтинг, мамопластика, липосакция, абдоминопластика, они не обращены, наверное, на скорость проведения. Поэтому мы вас берем в свою клинику, мы разделим поэтапно эти операции, потому что они травматичны, они объемные, они продолжительные. Поэтому лучше сделать качественно одну операцию, которая требует и энергозатрат со стороны хирурга. И я думаю, что если ваше здоровье все будет хорошо, то к июню мы все три операции проведем. Спасибо.